Поехали, под Вивальди. Прежде чем записать видео-визитку, хочу распаковать. Знаете, этот гора на Эвересте, К9, опасный пик. Очень опасные там есть погибшие. Вот купила два микрофона. Не знаю, как я их сейчас буду тестировать. Хотелось бы протестировать на телефоне. Есть вот такой порт, который подключается к телефону. Микрофончики. И здесь еще у меня провод зарядный. Я его пока не буду доставать. Не хочу. Давайте попробуем. Снимаем вот эту защитную пленку. Не знаю, от чего она защищает. Попробуем втыкнуть это в телефон. Так. Раз. Вот этот вот включился. И этот включился, зеленая. А здесь у нас тоже работает. Не знаю, как оно так при работающей камере будет писать звук. Давайте попробуем сейчас через паузу. Это я сниму. Давайте мы поставим на паузу нашу музыку. Микрофон должен записывать звук. Звук. Я не знаю, пишет, нет. Проверим. Ну что, микрофон вроде бы работает. Я так надеюсь. Я надеюсь, я его сюда вот так повыше сейчас крутну. Наконец-то у меня появилась возможность прицепить себе микрофон, потому что сил уже больше не было писать видео без звука. Так. Еще и не могу положить коробочку верно. Записываю видео третий раз, поскольку никак с первого раза не получалось у меня направить камеру. Итак, К9. К9 у нас есть такой пик на Эвересте, очень опасный. Вот таких два микрофончика, совершенно симпатичных, с насадками от ветра, которые можно снять. Включаются они, здесь есть боковые кнопочки, вот. Боковые кнопочки давайте подключим, хоп, и должно загореться. Вот замигала лампочка красная, затем она станет зеленой, если микрофон заряжен. Попробуем этот. Они у меня уже работали, поэтому, скорее всего, вот этот сел. Вот этот должен быть работать зеленым. Дальше база, Bluetooth база вот такая. Ее нам включать не нужно, она включается автоматически, как только ее подключаешь к телефону. Давайте вот так вот продолжим. В петличке Боя я абсолютно разочарована в этом длинном проводе 5-метровом, который бесконечно приходится разматывать. И она у меня перестала работать и с батарейками, и без батареек, и вообще перестала работать. Все, я ставлю это на зарядку, посмотрим, как они у меня будут справляться со своими обязанностями.